Сейчас, внимание, решаются судьбы. Участвует сборная Полтава-Ровно и харьковчане. Три вопроса из зала, любые, на которые в обычной стандартной разминке ответят две команды. На три вопроса. Импровизация настоящая. Ребята, пожалуйста, все команды, не помогайте, все честно. Три вопроса из зала, да? Пожалуйста. Юра вот передаст микрофончик. Вот, вот, Юра пошел в народ. Хорошо. Вот, девушка, пожалуйста. Вот, здравствуйте. Давайте поздороваемся. Как вас зовут? Светлана. Прекрасно. А теперь вы задайте вопрос. Скажите, ребята, когда вы слышите словосочетание «надо ждать», вы ждете или даете? Ничего себе, люди подготовлены. Днепропетровчане. Это вопрос из Одессы, уточняют. Пожалуйста, одесситы, повторите вопрос, пожалуйста. Итак, повторите вопрос. Когда вы слышите словосочетание «надо ждать», вы ждете или даете? Мужика тебе надо. Спасибо вам большое. Как вам комплимент? Сомнительный, да? Ну, неплохо. Так, харьковчане, давайте. Когда вы слышите словосочетание «надо ждать», вы ждете или даете? Женщина, ну вы даете. Спасибо большое. Друзья, второй вопрос. Вопрос. Ребята, я сюда приехал с Гадяча за 125 гривен. Назад я еду за 127. В чем разница? Вот это! Повторить, будь ласка, вопрос. Будь ласка. Итак, повторяйте, будь ласка. Ребята, так получилось, что я с Гадяча приехал за 125 гривен. А еду туда за 127. В чем разница? Дружище, главное не нагадять в Днепропетровске. Повторите, пожалуйста, вопрос. Спасибо. Ребята, с Гадяча сюда я приехал за 125 гривен. А еду за 127. В чем разница? Просто Игорь Валерьевич тут свой процент берет. Спасибо. Спасибо большое. Третий, финальный вопрос. Пожалуйста. Все в детстве мечтали иметь волшебную палочку. А если бы у вас была волшебная палочка, что бы вы сейчас загадали? Тюмайля, астетика. Ребята, в общем, тут консультируются. Надо же найти такие слова, чтобы детей не обижать. Вопросы у вас такие с намеками. Так, да, пожалуйста. Да, поехали. Девочка, да. Все в детстве мечтали иметь волшебную палочку. А если бы у вас была волшебная палочка, что бы вы сейчас загадали? Я бы хотела такой же прикольный голос. Спасибо большое. Если можно, повторите вопрос. Все в детстве мечтали иметь волшебную палочку. А если бы у вас была волшебная палочка, какое желание вы бы загадали? Пин-код от карты Коломойского. Спасибо.